Всем привет, дорогие зрители и подписчики нашего канала. С вами снова Артур и Артём. Всем привет. Мы продолжаем проходить, господи, Star Trek. Забыл, как называется. А я смотрю, короче, миссии. Миссия милосердия. Почему-то хотел сказать, мы продолжаем проходить миссию невыполнима. Думаю, окей. Ло-1-ка, Орнот. В последней серии мы... Куда-то прилетели, куда-то планету, куда-то Джанузис местный, в общем. У нас там этот товарищ был... Какой-то шпион, которого мы сами забрали, в итоге чуть корабль не взорвал нам. А, да, вот он, да, вот да. Он лежит. Вот и он, этот пес. А чего мы после этого... А, мы забрались к нему в мозг и узнали расположение планеты, где так, находится главгад. Я предлагаю пропустить. Да, мы это уже видели. Пойдем убьем его! Это как вы поняли... Прошло несколько дней с момента последней записи, поэтому мы не соскучились. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, вот так вот. Не, ну если не собрать, то... Неделю. Неделю, да. И мы не помним ничего. Абсолютно. Неделя была, честно говоря, говёная. Но сегодня все хорошо. Это главное. Да. ДТХ, сэр. Мы сказали костюм на желтый поменять, я не знаю, как это делать. Ну, вроде как в опциях. Но в приказном порядке сказали, понимаешь? Я тоже поменяю тогда на желтый. Нет, ты не можешь. Как? Ты должен синим ходить. Как вот этот тут. Желтый китайский должен ходить желтым. Да. Это очень по-российски. Нет. По-российски. Ужас. Так, ну они грызутся на самом деле. Опять. Мы уже приземлимся или нет? Сегодня. Тут, короче, сейчас серию закончим. Планета закончили предыдущую. О, тут идет война и какие-то пылевые шарики висят в воздухе. Все, приземлись уже. Да, где-то тут мы закончили игру. Окей, о, у нас костюмы. Так, давай посмотрим. Нет, тут нельзя менять костюмы. Ама. Мама, ама криминал. Нет. Кадрил 3000, пока посмотрят на тебя. Вездолёт Кельвин. Да бред, короче, ладно, погнали. Так, сканируем. Я помню, как это делать. Я помню эти великолепные прыжки. Подожди. Смотри. Чо! Ой, ладно, пойдем уже. Let's do this. Так, что мы тут делаем? Тут вроде какие-то местные, они добрые. Ну, они как добрые, они такие, мы им показались, они такие, окей, не бей нас. Большой белый человек. Зачем мне? А, понял. Я просканировал. Та у Валантис, в общем, все дела. Да, очень похоже. Тебя до сих пор забавляет сканирование чего-то в этой игре? Ну, там дают 100 очков. Ну, прокачка тут... Просто вообще Скорее очень нужна. Очень необходимо, потому что ну, без нее, в принципе, не пройдешь. Да, никак. 100 метров. Я все еще сканирую. Да, круто. Так, бежать, как спринт. Смотри, это Мордор. А, Мордовия, Форева. Давайте скинем вниз китайца. Посмотрим, высоко ли там или нет. Это не по-российски. Это не политкорректно. Я знаю. Весь мой штык, говорит, был в кусках желтого мяса. Да-да-да. Да что вы говорите? Оба светятся такие. Нормально. Понажираем. Спока все время лицо такое, типа... А я-то что тут делаю? Ну, вообще норм, он Спок. Или ему Спок, он норм. Пидай его, пидай. Смотри, переоделся, а то выходил в синем трико. Давай. Короче, он хотел пойти с нами, мы его не взяли. Потому что он зассал. Окей. Ты первый. Почему? Ладно, потому что я там пенный. Может, парашют у нас было взять, нет?
Во, смотри, прикольно. Не, это прикольно. Фейсджампер, как это называется. Скайджамп. Короче, летяги, нормально. Белки. Ага. Главное, в корабль не врезаться. А, инвертация, блин. Я наверх жму, думаю, что я не взлетаю. Сейчас, думаю, убьюсь о пол. Тут опасно. Ну, здесь везде опасно. Не, ну это прикольно. Согласен. Это что-то слишком просто было. Ну, да. Я надеялся на пару смертей хотя бы. Не, ну как мы там облетали, да, на этой станции взрываешься. На что-то подобное, надеялся. Тупо луч такой в центре экрана. Я такой, влево, вправо, влево, вправо. В центр, не. Вот, смотри, да? И что, так и ходить теперь с этой матнёй? Пойдёт. Our shuttle will not get far if that tower remains operational. На этом, на застежке было, на замке. Just one shouldn't be too hard. That remains to be proven. Anybody ever tell you you can be a bit of a downer, Spock? Yes, Captain, you tell me that with great frequency. Что это? Я сканирую. Что ты сканируешь? Я тебе дал аптечку. А, окей. Блин, залези сегодня, нет, это штука. Тут что, столько катсцен. Угу. Может, разработчик. Смотри, смотри, на стене кто-то есть. Да, это рептайл. Понятно, что это было. И только выстрелы из ниоткуда. Конечно. Господи. До свидания. Понтов больше было, на полчаса за него рассказывать. Просто по сканеру высох, все. Эу, эу. Воу-воу. Окей. Я сканирую, ты стреляешь. Кооп! Тимплей. Да-да-да. До свидания. А, перезарядка. I'm reloading. Воу. Воу. Это что у тебя за аппарат такой? Я то, что говорю. А, у меня тоже есть. Я с какой-то пукалкой. Во, у него есть режим автоматики. А как перезаряжать оружие? С понятия. X, наверное. А, нет. Квадратик. Ну, то есть кнопка X. Квадратик, окей. Их оружие можно поднять. Все-таки надо попробовать, что там. Кажется, ты иди вперед. Проверишь посты? Я проверю посты. Подожди, я какую-то пушку под... Ух ты, смотри, снайперка. У тебя снайперка сейчас? Ну да. А я ихнюю снайперку. Их снайперку поднял. Команда. Вот. Жиль, я что-то нашел, я хочу сканировать. Что это такое? Что это как-то? Аптечка ихняя? Похоже на то. Что? От меня одни нечленораздельные звуки. Ударник. Во, смотри, враги. Обожаю. Налить всем по чарке. Они умерли. Беда. Нет, я туда не прыгну. Ну попробуй, у тебя получится. В этот раз. Че, ты будешь ударник брать, нет? А мне есть, я же с ними бегаю сейчас. А, так, хорошо. Выдвинуть мостик. Да не. Да вон туда. Я уже понял. Я пойду первый. Запросить помощь. Ты меня посади. Подожди. Ты меня посади. Сейчас упал такой. Ладно, миссия отменяется. Че, ты туда пойдешь? О. Ну, пойду, почему бы и нет. Клево. Тебя прикрывать типа надо. Mm-mm. Я справлюсь. У меня врага анимация сломалась за ногой. О, бог такой уехал. Такой блин! Ага. Спокойно, это что за звуки? Я упал. А, ну это нормально. Я не в ту сторону, походу, прыгнул. Походу. Главное, думал, что в ту сторону, прыгнул не в ту. Вот это поворот. Хорошо, сейчас и будет. Расканировать. This is the dead end. I believe there may be a way for one of us to get across. Ударник, сканировать.
Окей. Блин, я опять с этой вонючей пушкой. Чего вот эту вонючую пушку? Это не вонючая, она нормальная. Нормально, окей. Нормально. Эу. Ящер, иди сюда, эу. Воу-воу, ящер полегче. Не. Ты их там видишь, господи. Я даже со своим мегасканером не вижу нифига. Так, теперь ты иди вперед. Конечно. Смотри, как это делается. Да. Ты звук упал. Трос вообще не выдержал, короче. Так, ну, ревзи. А, больно! Да нормально. А больно? Не нормально. Во как. Норм. Тимворк. Тим. Плей. Там никого нет. Ой, нет, там лезут, лезут. Как тут узенько. Женщины. Аман. Будете их убивать или нет? Вроде все. Расстрелят. Расстрелят их. Вот у меня анимация такая. А! Это был я. Не удержался. Это, по-моему, уже не ты. Нет. А, Корбин, Корбин, они прямо надо мной. Корбин, Корбин. Нормально. Там один был всего. Ой, тихо, тихо, тихо. Так, ты пока подожди, я пойду за патронами схожу. Нет. Я оставлю тебя наедине с ним. Не, пушка, конечно, прикольная, но ну ее нахуй. Патронов мало. День. Вот это. Во. Вот это поворот. Овали. Так, все. А Юрий. Кляр. Окей. Кляре. Вообще чуть не упал. Это было опасно. Я не знаю, что за зуб. Я просто понял, что умираю. Такой. Так, подожди, я же тут не допрыгнул, блин. Ты что же делать? Прикинь, тут я просто могу перепрыгнуть и все. Ага. А ты туда так. Ты упал? Нет. Чек. Все, cover me. I'm opening the door. А прикинь, сейчас там вот эти фишки, которые ты не знаешь, как скрывать. Ну, придется научиться. Блин, надо выключить быстрее, пока он бежит. Сканирую. Вот они сканинг. Господи, она не сканирует. На тебе щиты за это. Получи тебе здоровье. На, получи! Здоровье тебе! О, как это знакомо. Здравствуйте! Я сканирую, я просканировал. Так, сейчас я все сделаю. А если нас заметят, то что произойдет? Умрем. Так, ну, вторую я уже не смогу отключить. Ты их отключаешь, что ли? Смотри, как это делается. Нет, это не полегче. Ааа, гаддамит! А, теперь по мне стреляют, ну вот. Естественно, я-то сканировал, ты нет. Я здесь в безопасности был. Я уже жду, как дверь открыть. Да потом. Вот так вот я сделал, короче, и все. Взорвал и... В чем был смысл? И сюда, противный. Ну как, мне хотелось заработать опыт. Подожди. Пролезь-ка еще раз. Ой, бред. Бред бабушки Арины. Блин, блин. Че это такое? Обдристало. Я не видел этого. Так. Но это произошло. Почему? Мы что-то включили. Теперь придется искать другой путь. God damn, а что это за желтая фишка? И всех нужно убить. Всех всего до одного. Убить. Шифруемся. Это шифратор. Шифровался. Все еще тихо. Я все еще не знаю, что мы здесь.
Есть подозрение, что теперь ты уж точно знаешь. Не-не-не. Это все предрассудки. Это все выдумки. Где они? Откуда стреляют? А, во, шел. Все. Вот это босс пиздец. Никого. Ты стрелял? Да. Зря. Нет. Я хочу сканировать. Что это за штука? Возьмена граната. Еби! Где? Хотя мне она не нужна. Нужна, просто другой нету, и ты расстроился и говоришь, что не нужна. Нет. Блин, а как сюда идти? Проникнуть на аванпост, вот я около него. А что ты там делаешь, я даже не знаю. А нет. Оу! Чуть не упал. Нам нужно туда. Не кричи ты так, я же, блин, волноваться начинаю. Я волновайся. Осашай. Так, давай. Кооп, кооп. А, опять кооп. Опять эти... Не скажу, что... Штуки. Штуки. Да, давай, 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 давай. Блин, да какая она непростая. Нормально. Да нет. Чё? А это был гениальный кооп. Друг друга похвалили. Ага. Друг друга не похвалишь, никто не похвалит. Блюй. Нет, ты ж здоров. А-а-а. Блюй только на больных. Сломай меня. Приносите больных и раненых. В какой-то игре было, подожди, я не помню. А-а-а, подожди, я же забыл, тут стелс в игре есть. Реально забыл. А как тут... А, вот все. Ой, тут камера, господи. Я пропускаю все самое важное. Как-то вот так, ладно. Камеры нет. Конечно. I'll deal with it. Вообще-то я ее взорвал. Нет. Так, какой-то провод куда-то идет. А вот, смотри, что-то есть. Кто-то упетлял опять. Я въезжаю. О, момент истины. Я хожу под низом, если что. Тоже неплохо. Нет, я тут занимаюсь твоей работой. У меня получается, представляешь? О, блин, пора бы уже. Конец игры. Вообще, это моя работа. Нет. Чё они делают вообще, ходят куда-то? По сути-то, да? Взорви всю планету и улети. Факт. Тут же типа еще добрые есть. Убить всех добрых, не оставить на планете. И все. Факт. Я согласен. Все, полетели обратно. Мэджик. Закрыли. Ладно, придется вперед идти. Стелс. Внюхивает. Sneaky bastard. А как ты приседаешь? А, во, так. Давай. Подполз в упор такой. Чуть ли не сососом ему поцеловал между ног. Кошмар какой. Если кто-то что-то слышал, ничего не слышали. Вы не ослышались. Потому что выглядело это именно так. Что это? Я сканирую. Это карта из XCOM. Ой, я, кстати, хочу поиграть в XCOM. Ты играл в XCOM? Да. Это... Сложно вообще? Сложно, но круто. Я хочу поиграть в XCOM. Меня стреляют, напарник! Какой XCOM? Вообще, где ты? Я там, где враги. Я там, где война. То есть на другой планете? Нет. Здесь все друзья. Да? Блин, простите. А они все убили. Зачем ты на картах ходишь, я не понимаю. Ну, так эпично выглядит. Сейчас так надо, сейчас так можно. Ай, куда это я? Куда это я?
как драться с тем, кого не видишь? Смотри, куда так, я попал. Я взламываю турель. О май гад, это будет непросто. Да, это impossible. А я хожу в каких-то туннелях. Прикольно, они закрыты. Как ты в них ходишь тогда? Ну, я сверху попал. Надо сказать, на планете графика... Не получилось. Все, минус один. Энергия перенаправлена успешно. Там надо было 3 из 4, я думал 4, а там 3. Я это сделал. Я даже боюсь спросить, откуда эти звуки вообще шли. Что ты мне сделаешь, турелька? Ничего. Ой, Тёма упоролся. А мне? Мне тоже ничего? Короче, веди меня. Нет, лучше я сам пойду, потому что... Потому что знаем мы, как я веду. Вот есть 3 штуки. Их надо найти для начала, потому что мне что-то... сотворить. Вот я вижу люк. На стене? I am your father. Нет, это не люк, оказывается. No! Это дверь. Нытик. Блин, я ее закрыл. Да, открыл. Хорошо. Разве? А, вот, смотри, я нашел. Я нашел какую-то хрень, но я не могу ее отключить. Почему? Все, я сейчас все сделаю. А, не просто подойти надо. Я думал, ее взламывать надо через кадрилы. Все, 2 есть, осталось еще 1. Ты тоже вытащил эту здоровенную хрень? Да. Да. Выбросить энергомодуль. Конечно. Опка, я себе возьму. Дорогая штука какая. Подожди, я иду по секретным тоннелям. По-любому даже ты не знаешь, где это. И я вообще не уверен, что нам сюда, потому что тут вообще все страшно. Тут какая-то бурильня. Тут эти змееподобные люди. Или что это? Или что это? Ты, главное, змей. Оставайся там и не называй свое имя. А мне тут нравится. Тут никого нет. А блин, это долбанная штука. И как я вылезу с ней? А зачем тебе с ней вылезать? Ее выбросить надо. А, и все? Блин, я полчаса уже таскаю этот. Ну, может, ее принести там. Нифига. Здрасте, блин. Ох, мне втащили. Shit happens. Shit happens. Так, ты третью нашел? Нет, я нашел друга. Что они делали? Я вообще куда-то зашел, откуда нет выхода. Или это дверь? Нет, это не дверь. Выход здесь. А, вот дверь, господи. У меня здесь новые друзья. Ой, он меня заметил. Наконец-то. А я что, вообще, то есть для мебели тут что ли? Мне что, не стрелять? Нет. Ладно. У них... прощение, поэтому они... Ты здесь был уже? Здесь ты эту штуку не выключил? Вот здесь я не был, походу, да, как раз. Окей, вот она. Так, хорошо. Все, мы сломали. Я вот все сломаю. Ладно, выкинем этот. Оружие переключается. Как ему захочется. Да нормально переключается. Винтовка звездного флота тип 3 мастер, медаль ачивмент. Да. Все. Ты мастер? Мастер. Ну если ты мастер, то все. Я увольняюсь. Так, включи, пожалуйста. Получить доступ к ядру. Пар. Я не могу спрыгнуть. Ты смог? Спок. Это я спок. Мы что-то делаем не так. Как всегда, между прочим. Подожди, надо просто, наверное, его расстрелять. А нет, вон она, вон. Вот. Так, ты нажал что-то или это я выстрелил и все сработало? Это ты выстрелил и все сработало. Хорошо. Типа. Так, к нам идут. К нам идут? О, пойдем. Но у нас есть турель, тут мы в безопасности. Так что если тебе будет одиноко, иди сюда. Тебе одиноко? Позвони по номеру. О, набирай.
карманы семечек. Я иду до клуба на дискотеку. Are you coming? Пойдем. Да. За мной. Follow me. If you want to come. Ты уже там? Ну, нет. Это медленно было. Как ты понял, что это было медленно? Потому что это было медленно. Это не ответ. Давай, займемся этим. Ты занялся этим? Да. Тупая мини-игра все-таки. Ну, какая есть. Окей. Все, мы опустили эти щиты по полной. Во! Да! Зачем вы нас сбросили? Верните нас на корабль. Тут же эти психи. Я перевел просто. Индит. Ну что ж, тогда за дело, говорит. Я могу их из окна убить, это слишком было вопрос. Ладно, я не могу. Куда мы идем? Мы идем в дырочку. Окей. Наверное. Нет, а, да. Ну ты давай уже, иди, нет. Я иду в дырочку, да? Иди в дырочку. Планища стоит, кошмар. Эй, у тебя дверь. Ты неправильный стелсер. Стелсер вот такой ходил. Оп. И потом резко по стелсу. Вот. Оп, 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 оп. Меня не видно. Здесь бастер. I'm hiding. I'm master of the stealth. Owned. А, это ты, блин? Да. Господи. Вот это обидно было только что человеку. Только десантировался, я его убил. Ну, он для этого и десантировался. А, я не знал. Здравствуйте. А, меня с... Как это произошло? Откуда? Там, на стенах, по-моему. What are you waiting for? А, это не ты. Прощай. Ты встал? Да. Why? Ты еще не умер там? Это была... Каоп. Каоп. Я просто бегу, и у меня такой труп. Ты его засветил, я его убил. Каоп мастер. Я поднимаюсь по лестнице. Золотая лестница без пиз... Loading. Планета Горн. Господи, полчаса назад была планета Горн. Я думаю, что сейчас ничего не изменилось. Нет, это каньон. А, окей, каньон планеты Горн. Что это за хрень ты установил? Радиоактивные люди. Я вчера так проорал. Опять. Нет, мы не управляем этим процессом. Да я думаю, сейчас поуправляем. А что мы взорвали вообще? Не знаю. Врагов, как... Нет, какую-то вражескую какую-то штуку. Вместе с врагами. Взорвите вражескую штуку. Все. Вместе с врагами. Я врезался. По-моему, я тоже. Меня что-то так поломало, что я перестал быть похожим на Спока. Перестал быть похожим на Спока. А на кого стал быть похожим? Что за маленькая, мягкая и красная? Like shit. Like shit, boss. Я хочу отстреливаться. Водичка. Ой. И главное, как мы полетели, они все оживились. То есть сидели, ждали такие. Подожди, они летят, надо это. Надо что-то делать. Давай что-нибудь зовем. Ааа!
Вертирован, ты врезался тоже? Нет. Я пролетел сквозь препятствие, в которое ты врезался. А, ты где-то сзади поставил. Хочу смотреть назад. Давай. Все. А ты раскрыл парашют, понятно? Или ты так, со скалы вылез? Я раскрыл мозг. Да, полетели уже. Пропустить видеоролик. Я придумал защиту от инвертации, понял? Это на геймпад надо вверх ногами держать. Это неправильно. Защита от инвертации. Фух. Это было опасно. Это вообще было просто? Да, но опасно. Нет. Как это? Почему ты все время впереди? Ну потому что я Кэп. Мне первым умирать. Хорошо, Кэп. Ой, господи, куда? А, в дырочку попасть. Попал? Да. Вот так выглядит Тёба, когда он не под коксом. Факт. Когда морфин не вкалывает. Кто-то подоспел еще? Да там уже, короче, все накрыли. Нас только ждут. Негатив, сэр. I hate Чеков. How much longer? Ну вообще никто не слушает, по-моему. Пацана это. Мистер Скотт. Oh God, please. Ладно, не буду пропускать. А тут они даже и при всем желании не смогут. Я б смог. Все, блин, у меня ухо в крови. У тебя тоже? У меня ухо в крови. А, это не кровь, это... Это просто такая... Не знаю, отражение, тень, что-то как это назвать. А я ухо в крови. Блин! Капитан оглох. Капитан оглох! Из тебя тоже душа вылетела? Нет, это просто... Оператор на плече не сидит больше у нас. Оператор. Соединить так. Меня с кораблем. Ну вот это дерьмо так профессионально. Чтобы резко увеличить скорость. Не просто увеличить, а резко увеличить скорость. Я резко увеличил скорость. Заметил? Иди противный. Там мина, там мина. Нормально. Ты я потрогал. Блин, говорит, она включена. Получи. Вообще не больно, вообще. Я застрял. Прежде. You will die here. Там есть какая-нибудь мина, которую мы не собрали вообще? Дохни, 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 я буду капитаном. Так, а как? О, ты слышишь, ты тут? Ой, прости. Вот, я нашел. Я нашел. Так, сканируем. Сканировать. О боже, здесь нечего сканировать. Не сможешь сканировать кучу грязи. Подвинься. А ты не можешь пройти? Поаккуратнее, поаккуратнее. Так, стой. Смотри. Как я подкатываю. Давай, вот так, вот так. Да иди уже, ну. Нет, мне нравится так. I like your style. Я убью этого засранца. Опять говно нырять. О, господи. Надо вот так вот. Я не имел в виду прижимания друг к другу. Там мина. Потрогай. Заряжено, нет? Что потрогать? Мину. Блин. Заряжено. Я потрогал мину. Какой смысл в минах, если пол щита сшибает и все? Ну, чтобы их потрогать. Мины тоже хотят любви. Так, и нам сейчас надо... выплывает тут тупо куча яиц чужих. Да, и фейсхагер. Да. Так, а как назад? Назад вплыть как?
как вплыть? Нажимаешь Б. Нет. Конечно, нет, я ж тебя обманул. Я просто вплыл уже, а так бы нажал, конечно. Я нашел альтернативный путь, если что. Нет. Не уверен, что это он. Отсюда это вообще не путь. Ну ты можешь умереть там без кислорода, между прочим. Между прочим, могу. А я нашел кислород. Муахаха. Ты там долго еще втыкать будешь? Подожди, тут есть альтернативный путь все-таки. Господи, как же я счастлив увидеть. А ты все мины мог собрать, между прочим. Но ты этого не сделал. О, тут можно разминировать. Никто не идеален. Да, под водой сидеть и разминировать. А плыть нет, лучше разминировать. Вдруг кто-нибудь еще поплывет, взорвется. Зато опыт. Кажется, что-то бункнуло. Нет, тебе показалось. Окей. Эти лабиринты — это просто не зачет. Почему? Не люблю лабиринты. Лабиринты не клевые. Лабиринты норм. Но когда их мало. Два лабиринта максимум. Три лабиринта. Это уже беда. Как всегда, содержательно. Грабанул сюда? Нифига себе, полщита, говорит, сносит. Ну-ка, у как? Здоровье. Просто я вообще вплотную подплыл. Короче, контрольная точка. Короче, заканчиваем тут эту серию. Чёртовой матери. Это спокойно, ау. Страшно же. О, вот это прикольно. Подожди. Не так. Такой. Ихтиандр. Иди сюда. А, отсюда. Ихтиандр, приди к отцу. И он такой. Ну, ладно. Видимся в этих пещерах завтра. А пока что нужно отдохнуть, поспать, покушать. И что там еще делают эти упоротые? Я уже не скажу. Да. Ну, в общем, всего хорошего. Увидимся завтра. Продолжим путешествовать по этой, без сомнений, гениальной игре. С вами были Наркоман и Наркоман. Всего хорошего. Пока. До свидания.